Сергей Николаевич, итак, что за процедура? Лазерная абляция? Да, мы выполняем эндовенозную лазерную облитерацию большой подкожной вены, которая идет от лодыжечки до паха. Это основная вена, которая... Вот, да, под ультразвуком мы видим вот это вот кипение. А мы сейчас вот это, вот да? Это как раз идет выкипание воды. Ага. Воды вот. Имеется в виду? Стенки вены. Стенки вены. Вот они дают жидкой такие, да, такие пузырьки, именно это эффект выкипания воды из стенок вены. А с какой скоростью выводится этот лазерный проводник? Ну, порядка, сейчас 1 сантиметр в секунду. 1 сантиметр в секунду? То есть это быстро? Достаточно быстро, потому что у нас мы поставили мощность чуть побольше, поэтому мы скорость увеличим. Если мощность поменьше, значит скорость мы замедляем. Да, вот эту вот. Вот она, белая полосочка, это как раз выкипание из стенки вены водички. Какая длина, по которой вы проходите? Сейчас у нас длина где-то порядка 70 сантиметров. Да. Мы взяли максимальную точку, где-то нижняя граница средней трети голени. У нас тут видно, такой лежит мощный, накачанный мужчина. Да. Еще и с чувством юмора. Он еще такой веселый лежит, как будто не на операцию пришел. Почти. Меня заставили. Кто? Сам. А скажите мне, а что-то волновало? Просто волновало, что вена увеличилась? Или были тромбозы? Или что волновало? Скажем так, вены вообще меня не волновали. У меня есть другой пример. Потому что именно маму Сергея Николаевича я там сделал операцию. Чтобы не дожидаться прекрасных последствий, особенно видя это вживую, я решил не дожидаться всего этого прекрасного состояния и пойти на операцию. А уже был варикоз, да? Здесь генетически. Здесь генетика, да, потому что мама там до трофических нарушений кожи, конечно, у нее не было язвы, но были серьезные изменения. Вот, а здесь как бы получается у нас генетически сформировалась варикозная болезнь, плюс у нас почти наш коллега, он спасатель, МЧС. МЧС спасатель? Да, ой, нагрузки какие достаточно большие, вот. В столь молодом возрасте сформировался варикозный. А сколько болезнь. Лет пациенту? 32. Ой, совсем. Серьезно? Да. С днем рождения. Спасибо. Здорово. Отметил, пришел. Подарок себе на день рождения. Вопрос пациенту. Месяц. Совсем не больно? Жаловаться не очень хочу, я не собирался. Ну, неприятно, мягко говоря. Ну, вы так весело хохочете, что нет ощущения, что... Что происходит? А эта процедура, она нуждается в каком-то наркозе или обезболивании, или глобально нет? Ну, в основном мы справляемся в 90% случаев под местной анестезией. Это прямо вот в 90% случаев. Если бывают объемы очень большие, очень-очень большие, мы понимаем, что... Не вылежит. Не выдержит, это первый момент. И второй момент, мы ограничены все равно в количестве анестетиков, вводимого местно. Ну, понятно. Вот. Если мы понимаем, что количество анестетика будет больше допустимой дозы, тогда, конечно, лучше сделать чтобы он спал. Наркоз, общий наркоз, и спокойно, и для пациента, и для нас сделать операцию. Мы, тем более, всегда планируем сразу две ноги, если они поражены. И поэтому, чтобы один раз сделать, и на этом закончить. Поняла. Сергей Николаевич, вот я прямо сейчас хочу показать видео, как проходит так называемая флебоэктомия по Бэбкоку Кочергину, которая на меня произвела впечатление еще когда я училась в мединституте. Прошло 140 лет, а эта процедура есть до сих пор, когда вена просто вырывается по всему ходу из ноги. Да. Я правильно понимаю, что с вашей точки зрения сегодня любой варикоз можно лечить вот так, красиво, элегантно. Да, да, действительно, сейчас любой сложности варикозной болезни можно вылечить с помощью лазерных технологий. Это не только опыт врача, скажем так, но мировая и статистика. Уже и статистика, плюс производители достигли уже совершенства в лазерном оборудовании.
в расходном материале, который позволяет нам от самой мелкой венки убрать до самой крупной вены с помощью лазера. Поняла. Покажем сейчас вам результаты работы доктора Якушкина до и после нашей любимой картинки. И если вы обратили внимание, все можно проходит включить под контролем ультразвука. Правильно, да, Сергей Николаевич? Обязательно, обязательно. Мы все полностью контролируем. Это еще один плюс методики, то, что мы контролируем это под ультразвуком. Вот это, да, Сергей, да, Николаевич? Да, да. Весь ход операции. Вот она, закипающая вода и склеивающаяся вена. Сергей Николаевич, спасибо. Пациент наш веселый. Как вас зовут? Иван. Иван, вам счастье в личной жизни. Вы женаты? К сожалению, к счастью, не знаю, как правильно. А тогда или нет? Да. Тогда к счастью. Вот спасибо. Какой Иван. А представляете, жена услышит, вы ее обидите. Она все поймет. Понимающе. Никто не видит, что я сейчас улыбаюсь, потому что Иван примерно ровесник моего младшего сына. Он, кстати, тоже женат. К счастью. Вот так весело у нас в операционной, когда такие пациенты, как Иван. Удачи, Сергей Николаевич. Спасибо вам большое. Не будем вас отвлекать. Спасибо.